Всем привет! Я снова решила сделать видео на осеннюю тему. Скорее всего, я уже надоела вам со своими осенними темами, но они мне очень нравятся, поэтому прошу меня простить. Ничего же страшного, да? Сегодня я расскажу вам о том, что мне нравится в осени, за что я люблю это время года. Видео до нельзя простое, но надеюсь, что вам понравится. Прежде всего, осень – это самая уютная пора для меня. Люди начинают кутаться в шарфики, надевать свитера. И не только люди начинают надевать теплые свитера. Собачки тоже в теме. Также я очень люблю осенние дожди, пасмурную погоду, грозу. Грозу вообще обожаю. В такую погоду я люблю зажечь ароматические свечи, заварить себе горячий согревающий чай, взять книгу, усесться на мягкий уютненький диванчик, потягивать, сидя на диване, этот вкусненький чаечек. И мне кажется, что осенью чай становится намного вкуснее, нежели в остальные времена года. Как будто он становится более ароматным и насыщенным. И читать любимую книгу. Мне нравится даже замерзать в такие моменты и делать себе уютный теплый кокон из пледика. А засыпать под песни дождя – это вообще что-то невероятное для меня. Я просто обожаю, когда капельки разбиваются о стекло, и ты засыпаешь, и ты так уютно, ты в теплой кроватке. Ой. Еще мне очень нравятся такие моменты, когда ты уже привык к пасмурной погоде, к постоянным дождям, и тут вдруг солнышко с утра, особенно с утра. Когда выглядывает теплое солнышко, и листья просто начинают гореть на этом солнце. Алые, оранжевые, желтые, это очень красиво. Осенью действительно начинаешь ценить теплую, хорошую погоду. Это вам не летнее солнышко, к которому вы привыкли за 3 месяца, знаете ли. Так что ценим солнышко-то. Что-то холодно стало, у меня тут окно открытое, потому что дышать нечем. Наверное, нужно было изначально так сделать, потому что это прибавляет уюта. Но я же очень сообразительная, все же помнят. Еще я очень люблю осень за то, что она дает возможность надевать теплые носочки. Теплые носочки – это моя слабость. Милее теплых махровых носочков только котики. И последнее, что я просто обожаю в осени, это туман. Туман ассоциируется у меня со сказкой, потому что это действительно что-то сказочное. Это настолько красиво и загадочно. Загадочно. Это было все видео, надеюсь, оно не показалось вам скучным. Я знаю, что далеко не все любят осень, потому что учеба, домашние задания, все устают. Но мне хочется, чтобы вы посмотрели немного с другой стороны на это время года, потому что у осени на самом деле очень много плюсов. Так что не грустите, быстренько улыбнулись мне тут. Быстренько. Я вас безумно люблю, огромное вам спасибо за все приятные комментарии, которые вы мне пишете под видео. Я, к сожалению, не могу отвечать на все, у меня пока нет такой возможности, потому что я тоже нагружаюсь учебой, мне очень тяжело снимать. Но я просто не могу этого не делать, потому что вы мое все. В предыдущем видео забыла, как всегда, сказать самое главное. Я стараюсь снимать видео как можно чаще не только потому, что я привыкла так делать, а от того, что именно вы держите меня на плаву. Если бы не ваша поддержка, не ваши приятные, теплые, добрые слова, я бы, наверное, уже пошла ко дну. Так получилось, что мой творческий кризис не хочет меня отпускать. И я хочу попросить у вас помощи, как всегда. Я уже 25 раз писала в паблик, просила, чтобы вы подсказали мне идеи для видео, и попрошу теперь на канале. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы хотели бы видеть, только не рум-тур, пожалуйста, потому что у меня комната не готова, я не хочу ее показывать пока что. Заранее огромное вам спасибо, и на этом я заканчиваю свое видео уже окончательно. Посылаю всем лучи хорошего настроения. Что это? Огромное спасибо за просмотр, я вас всех безумно люблю, целую, всем пока-пока.